And I go, so I won't make it, but you preach tonight, I'll come at 10:30. And I'll preach the next day. So now it's just me and Jesus. I'm playing worship. In fact, we sell one of the tapes because every time I tell the story, people would ask me, which CD was it? Каждый раз я, когда рассказываю эту историю, люди меня спрашивают, какое поклонение ты играл. Поэтому мы продаем эту CD, которую я играла тогда, но это не означает, что вас в духе тоже принесет, как и меня принесло. Но... Потому что все дело в поклонении. Я ему поклоняюсь, хвалю его. 3 часа, я Иисус. 45 minutes into the drive. Через 45 минут моя поездка. I hit a high level of glory, like, whoa. Я въехал в такую высокую пространство. Я почувствовал такую легкость. And suddenly I looked. И вдруг я посмотрел. I was in Belgium. Я уже в Бельгии. I was one block from the church. Там один блок до церкви. I pulled up at 8:15. 8:15 туда подъезжаю. I didn't understand what happened. Я не понимаю, что происходит. I walk in the church. Захожу в церковь. And they're still doing worship. Они в поклонении. Я так смотрю, думаю, что случилось? И мы поняли, что меня перенесли сверхъестественно. It didn't take 45 minutes for God to transport me. Мне потребовалось 45 минут для Бога, чтобы перенести. It took me 45 minutes to get to a level of glory to be transported in split second. Для меня потребовалось 45 минут, чтобы я достиг такого уровня славы, в котором я смог переместиться. See, in the glory there's no time. Потому что в славе нет времени. Earth is time. На земле есть время. So let's say this is Paris. Поэтому, например, скажем, что это Бельгия. 3 hours. 3 часа. Glory, there's no time. В славе нет никакого времени. As I'm in my car, singing. Пока я в машине пою. The glory is getting closer. Слава приближается. Closer. Ближе. And it starts to bend time. Она начинает прогибать время. I'm in time realm, no time. Я в времени, никакому времени не стою. Glory takes my car. Слава берет мою машину. And point A and point B become same location. И пункт А и пункт Б становятся одним пунктом. You've never entered the glory zone. I'm beginning to understand. Кто из вас не понял? That's how the miracles happen very fast. Вот как чудеса могут происходить быстро. There's an acceleration of the glory. Славе есть ускорение. You have to get in the glory. Но вам нужно войти в эту славу. Don't rely only on your gifting and anointing. Не доверяйте только своим дарам и поклонениям. Даже своей вере. Используйте вашу веру для того, чтобы зайти в более высокую славу. Потому что иногда мы используем нашу веру на нужды, которые вокруг нас. Но иногда даже у веры вашей могут быть границы. Но кладите вашу, вкладывайте вашу веру в славу. И Он будет делать вещи, которые выше вашей веры. Это откровение. Это ток служения веры. Примерно. Peter had the faith to walk on water. У Петра была вера идти по воде. Some of you have faith. Некоторых из вас есть вера. And sometimes you step out in faith. Вы стоите в этой вере, верите во что-то. But it didn't work. You failed. Но вы встали и это не сработало. And you said, what happened? I have faith. И вы думаете, что произошло? У меня же есть вера. How many of you ever had this situation? У кого из вас была такая ситуация в жизни? Because most preachers don't explain this stuff. Потому что зачастую проповедники не объясняют. But how many like to break it down? Но кто из вас хочет понять, в чем там суть? So Peter had faith. У Петра была вера. If he jumped out on the water, если он встанет на воду, immediately, сразу же, he would not walk on water. Он не пойдет по ней. But he said, Jesus, он сказал, Иисус, he's the King of Glory. Ты царь славы. Tell me to come. Скажи мне прийти. See, he waited for a spoken word. Видите, он ждал, когда будет сказано слово. Glory, слава, plus, spoken word, сказанное слово, equals, равно, creative miracle, творческое чудо. You need both. Вы нуждаетесь. You can have the glory, the glory. Вы можете иметь славу. But with no faith, nothing may happen. Но без веры ничего не будет. You can have faith. У вас может быть вера. But without the glory. Но без славы. It may take a long time. Может потребоваться много времени. You'll be confessing every day. I confess. Исповедовать каждый день, исповедовать. But Jesus said, if it's you, Jesus. Но Петр сказал, если это ты, Иисус, скажи мне, и я приду. And Jesus said, come. Иисус сказал, приди. Come. Или приди. I don't know how he said it. Я не знаю, каким точно. And Peter put his faith on the word come. И Петр вложил свою веру в слово прийти. Coming from the glory. Которое изошло от славы. He starts walking on water. Он начинает идти на этом слове. The word come became solid matter. Потому что это слово прийти стало твердой почвой для него. And he's walking on water.
И он идет по воде. Isn't that awesome? Правда же ли это здорово? How many are excited? Кто из вас рад? So I like to explain some of the things before they happen. Мне нравится иногда объяснять вещи перед тем, как они происходят. How many understand glory? Кто из вас понимает славу? How many are excited? Кто из вас рад? All three of you, praise God. Все три, молодцы, все трое. Oh, I have fun. Мне весело. Okay, let me give you another example. Еще один пример. See, I don't like to just teach. I like to give you life examples. Мне нравится не просто учить, но давать вам примеры. I was in Russia a few days ago. We arrived in St. Petersburg. Несколько дней назад мы были в России, в Санкт-Петербурге. I arrived. Я приехал. And they say, oh, put your luggage through the scanner. We want to see. Они нам говорят, положите свой багаж в сканер, мы хотим посмотреть, что у вас там внутри. Right before we go outside to перед тем, как уже выйти в so город, put the luggage in, мы свой багаж and they see one of my suitcases, the books. И в одном из моих чемоданов они видят книги. And they say, oh, what is this? Что за книги? Open the suitcase. Открой свой чемодан. Yeah, very они очень такие serious. Русские, русские рабочие. Да. Да. Здравствуйте. Open the suitcase. Открой чемодан. No smile. Без улыбок. They open. Открывает. She grabs the books. Берет книги. So, someone give me one of my books. Кто-нибудь принесите мне. Can someone give me a few of my books? I show them. And she says, oh, not good. Она берет свой, говорит, нехорошо. She's reading my book. Она читает книгу. Not good. Говорит, нехорошо. I was thinking, oh, I thought it was a pretty good book. Я думаю, мне казалось, нормально вроде книга. You haven't read the whole thing. Ты еще до конца не прочитала. Give it a chance. Дочитай, может, no, понравится в конце. But she's saying it's not good, a religious book. Но как бы она говорит, что плохо, потому что это религиозная книга. И она как пальцем на слово слава. Jesus. Иисус, небеса. Плохо, плохо. And she said, very bad. Очень плохо. Очень плохо. They took our passports. Взяли наши паспорта. They go somewhere with it. Куда-то ушли с этими паспортами. We're away for an hour and a half. Мы полтора часа ждем. Another man comes. Другой человек приходит. Higher man, higher level. Который выше. He looks through the books. Он смотрит на книги, читает. It's very dangerous weapon to my book. Мои, очевидно, мои книги это опаснейшее оружие, понимаете? And she says it's a very bad, big problem. Он говорит, большая проблема. She says for sure we will take everything. Мы точно вас все книги конфискуем. So I said, oh great. And then after about an hour and a half, через полтора часа, I realized, я понял, because I was, you know, kind of tired. Я был немножко уставший. I just gotta go to heaven. Я подумал, мне нужно просто на небеса сходить. There's a place in heaven called the courts. Есть место на небесах, которое называется ворота. And there's a judge there. Там есть судья. He's the head judge of heaven and earth. Он судья земли и небес. It's daddy. Это папа. But you have to come to him as judge, not just daddy. Но вам нужно прийти к нему как судье, не только как папе. You say, Papa, please help me. Он говорит, папа, помоги мне. He will hug you and он love you. Обнимет, он вас будет but he won't get you out of jail. Но из тюрьмы вас не достанет. Unless you come to him as judge. Но если вы придете к нему как same судье, with healing. Healing. То же самое с исцелением. You need to come to him as healer. Вы должны прийти к нему как исцелитель. If you need the Father's love, если вы нуждаетесь like в Отца, blessing, как Торонто, you go to him as father. Вы к нему обращаетесь как отцу. If your father's the judge, если ваш отец является судьей, and at night you're eating with him, saying, "Oh, this person did this to me." И вы с ним вечером ужинаете и говорите, вот этот человек так и так со мной поступил. He will tell you, "Come to the judge, the court tomorrow morning when I'm a judge." Он вам скажет, приди в суд завтра, когда я буду там. So my wife and I went to court of heaven. Мы с женой отправились в суд небесный. At the airport. В аэропорту. Close your eyes. Закрыли глаза. Wash us with your blood. Омой нас своей кровью. Cleanse us. Очисти нас. Then we walk into the court. Заходим в суд. Now the devil is always there, accuser of the brethren. Дьявол всегда там, обвиняет братьев. And he tries to say, no, you do not deserve because whatever. Ты не заслуживаешь, потому что. That's why you put the blood. Поэтому мы покрываем себя кровью. And anything the devil brings against you. Все, что дьявол приносит против вас. If you already repented of it. Если вы уже об этом покаялись. He can't use it as evidence in the courtroom. Он не может использовать это как доказательство в суде. Let's say here, maybe I have a bad attitude. Oh, it's Russian security. What is this? Плохое отношение. Что это за служба безопасности? Что они там делают? So, I forgive. Я прощаю. Wash with your blood. Омой меня своей кровью. And then I'm in the court, and I said, Judge, please judge the situation. Я говорю, судья, пожалуйста, рассуди. You are higher authority than the Russian authority. Ты, у тебя авторитет выше, чем русский авторитет. 5 minutes later, через 5 минут, they come back. Они возвращаются. You can go now. Можешь идти сейчас. No explanation. Без объяснения. Yeah.
want to learn this stuff? Кто из вас хочет научиться этому? To access heaven and change the things on the earth. Иметь этот доступ небесный, чтобы менять вещи на земле. Somebody kept from us $86,000. Еще было одно время, кто-то удержал $80,000. Big amount of money. Большое количество денег. Businessmen. Бизнесмен. Keep our money. Они держат наши. How many ever had this happen where someone stole from you? Когда кто-нибудь был у вас в жизни случай, когда кто-то вас что-то крал? Lawyer, real estate, business, church, anything. Бизнес, концерт, не знаю, что там. And it was another country far away. Это было в другой стране, далеко. And the Holy Spirit told me these men kept the money. И Дух Святой мне сказал, что эти люди удержали твои деньги. So I asked them. Я их спросил. I email. Я написал им email. Is this true? Я спросил, это правда? You kept this money? Что ты удержал эти 80 тысяч? Because you told me no. Потому что ты мне сказал, что ты And это не сделал. They said, actually, we told you no, but really, it's true. Он сказал, ну, мы тебе сказали, что мы не удержали, но на самом okay. деле мы удержали. Я говорю, так, хорошо. I said, I forgive you. Я Send it back. Я тебя прощаю. Давай деньги. They said, no way. Они говорят, не-а. We don't have to. Мы не должны тебе. So we go to the court of heaven. Мы зашли в суд небесный. Wife and I. Мы с женой. Rabbi, we enter in. Заходим. The devil says, you don't deserve this. Дьявол говорит, вы не заслужили этого. No, devil, because of the blood of Jesus. Нет, дьявол из-за крови Иисуса. And the judge says, и судья говорит, money be restored. Деньги будьте восстановлены. 2 days later, через два дня, all the money is wired back. Все деньги перечислены на наш счет. Because we need to come as the heavenly father and the judge. Мы не приходили в тот момент к нему как небесному отцу и судье. Now this book is in Russian. Вот это вот книга на русском языке. Very dangerous propaganda. Очень серьезная пропаганда. No, it's about Jesus. Нет, все об Иисусе. This one is how to go from anointing to glory. Это книга о том, как переходить от помазания к славе. That's what the book is about. Именно в этом. Если что, вы сможете. But this one I want to give away. Это я хочу отдать, подарить. Who wants this one? Кто хочет книжку? So, we have some English books too. У нас книги на английском тоже. On glory. О славе. On everything. О всем, чем угодно. He's happy. Он рад. I see happy face. Вижу счастливое лицо. Now one more thing, and then we'll pray. Еще одна вещь, и потом будем молиться. Hebrews 11:3. Евреям 11:3. What time is it? Сколько сейчас время? Oh, good. Hebrews 11:3. Евреям 11:3. The world was framed. The world was framed like a picture frame. Мир, он как вставленный в рамочку. That's the English translation. I don't know the Russian. Это английский перевод. But in English, I like the way it says the world was framed like a picture frame by the word of God. На английском языке это место Писания говорит, что весь мир был вставлен в рамочку словом Божьим. Like a door or a window. Знаете, такая как рама такая или дверь или окно. So this is what happens. Вот что происходит. When Jesus says, "Be healed." Когда Иисус говорит, будь исцелен. There's a frame. Рамка такая. That gets created. Рамка начинается. Like a matrix. Как матрица. But you have to get in it to get the miracle. Зайти туда, чтобы. So the lame man, the sick man. Поэтому больной человек. Paralyzed. Был парализованный. He's sitting. Сидит. Jesus said, "Get up and walk." Иисус ему говорит, встань и пойди. In his mind, he's thinking, "I can't walk." В своем разуме он думает, я не могу. But when Jesus spoke it. Но когда Иисус сказал это. There was an invisible frame. Была невидимая рамка. And his new legs are on the other side of the frame. His new legs are on the other side. Новые ноги, они с другой стороны рамки. All he has to do is get in. Все, что ему нужно сделать, это просто попасть на ту сторону. But he can't walk. Но он не может ходить. But his arms are strong. Но его руки сильные. So maybe he picked himself up. Поэтому он, наверное, поднял себя. He tried to take a step. Попытался сделать один шаг и пошел. Like Peter. Как Петр. Walk. Иди. Peter, Jesus said, come. Иисус ему сказал, приди. And Peter jumped out of the boat. И Петр выпрыгнул из лодки. Идет по воде. We had a lady, a girl who was bald and she had a bald spot right here. У нас была одна девушка, у нее было такое одно пятно лысое на голове. And she was singing in the worship. Она пела в поклонении. She would hide it, you know. И она ее так прятала это пятно. And when I preached this, the Lord told her, pull your invisible hair, it'll become real. И когда я проповедовала, Господь ей сказал, тащи свои невидимые волосы, и они у тебя появятся. And she pulled the air and pull hair up. Она подняла руку, начала как бы тащить, волосы появились. Yeah. Hebrews says God made things visible from the invisible. В Евреях написано, что Бог делает невидимое видимым.
Потому что все, что мы видим, видимо, оно произошло из невидимого. А что такое невидимое? Слава. И звук. Всего есть свой звук. Здесь у нас атомы. И потом внутри есть звуковые волны. И этот звук он слышит, как принимается тебе вибрации, когда вы говорите. Когда Бог меняет ваше тело или какой-то объект. He does it from this cellular level, from this он все это делает на клеточном уровне, изнутри. The core changes first. Сначала меняется ваша суть. And everything else changes. И потом уже все вокруг. Even the gold teeth. Даже золотые зубы. I tell people, look in your mouth. Я людям говорю, посмотри себе в рот. Sometimes they don't see it. Иногда даже не видят. They ask another person. Они просят, чтобы другой посмотрел. Три человека не видят. They go home. Приходят домой. And they've got eight gold teeth. А у них 8 золотых зубов, оказывается. What happened? Что произошло? Because when they started looking, когда они начали смотреть, the teeth started forming inside. Зубы начали формироваться. And every time you look, it got bigger. Gold teeth. И каждый раз, когда они смотрели, они увеличивались. And another person looked, they got bigger. Другой человек посмотрел, они еще and больше. And maybe the last person did it, you could see it on the surface. Уже может, когда последний смотрел, они уже начинают подниматься, их заметно. То же самое с потерей веса. Вы видели, как один человек потерял 32 килограмма за одно собрание. 32 килограмма, это много. Одно собрание. I said, я сказал, есть кто-то, кто должен потерять вес. I said, get out of your seat and run. Я ему сказал, подпрыгивай и беги. And this very big man, и этот огромный мужчина, very big man, огромный мужчина, the earth shook when he ran. Земля содрогается под каждым шагом. And the kids were playing in the middle. They said, watch out, kids. Дети играют посередине. Я кричу, дети, осторожно. The kids were, oh. Он бежит, дети разлетаются в разные стороны. And he went around and he got 70 pounds. 32 килограмма, начал бежать, потерял 32 килограмма. Как-то тишина какая-то отпускается на залах. Эта слава работает везде. Not just body. Не просто в теле. We've seen money miracles. Мы видели чудеса с деньгами. In third world countries and USA. Везде, в странах третьего мира, в Америке, везде. In Israel. В Израиле. In Israel. В Израиле. We were in Tel Aviv. Мы были в Тель-Авиве. I did a meeting. У меня было собрание. And there was Spanish Jews and Russian Jews. Были евреи, испанцы и русские. Both. Вместе. That's kind of crazy. Представляете, что тут творится? Anyway, without translations. Все переводы, языки. And in the meeting, you know, some people had gold teeth. На этом собрании у кого-то были золотые зубы. Signs of wonders. Чудеса, знамения. Jewish people love signs of wonders. Евреям нравятся чудеса и знамения. And then people gave an offering. И потом люди давали пожертвования. And I said, check your wallets. И я им сказал, откройте, проверьте кошельки. I think God's been multiplying it. Мне кажется, Господь размножает деньги. Люди начали открывать сумки, деньги стали появляться, которых раньше не было. Во всей комнате. Especially the Russians. Особенно русские. Очень хорошо. Здорово. I just gave my last money. Я отдал свои последние деньги, а тут another. Другой человек, за ним еще один. We had a Russian dentist confirm the miracles and the teeth. Потом у нас еще был русский зубной врач, который подтвердил все чудеса. We see it in USA too. Тоже в Соединенных Штатах Америки. A man from Montana. Человек из Монтаны. Not her, her name is Montana, but it's different. Она у нас Монтана, это другое имя, это другой штат. The state of Montana. Штат Монтана. And he was losing his business. Он терял свой бизнес. He was going to file bankruptcy. Он уже хотел подать на банкротство. He came to the meeting. Пришел на собрание. He said, "Well, I'm losing everything." И говорил, я теряю все. $3,000 left. У него осталось $3,000. He was a big businessman before. И перед этим у него был большой бизнес. He says, this is my last money. Он говорит, это мои последние деньги. I may as well give to God. Возьму и отдам Богу, что сделать. Because I'm losing everything anyway. Я и так все потеряю. But he didn't realize that glory was there. Но он не осознавал, что слава Божия. The next day, someone offered him a contract of $500,000. Кто-то ему предложил контракт на $500,000, на $500,000. And God reversed it. Бог сверхъестественно обратил все. Thank you.
God is good. Some of you. I don't like money. Мне не нравятся деньги. Then don't worry, you won't have any. Тогда не беспокойтесь, у вас их и не будет. He won't force you. Он вас не будет заставлять. But if you have a heart to help people. Но если у вас есть сердце, вы хотите помогать другим. This businessman was helping a lot of people. Потому что его бизнес помогал другим людям. He was the treasurer of the church. Он был тем, кто отвечал за деньги. Now he's blessing. Теперь он благословляет. Я чувствую славу. Чувствуете славу? You feel when you lift your hands. Вы чувствуете, когда руки поднимаются? It's a cloud of glory. Такое просто облако славы. Clouds are usually above your head. Потому что облака обычно выше головы. So when they say, "Oh, the cloud of glory is here." Поэтому, когда я говорю, что облако славы здесь, it makes sense to raise your hand. Это логично поднять руки. And you know the endings of your fingers. И вы знаете, кончики ваших пальцев. The nerves are connected to your eyeballs. Ваши нервы, они присоединены к зрачкам, к вашим глазам. Эти все нервы, они проходят по всему телу, присоединены к зрачкам. Мне интересно, когда рука поднимается в облако, открывает ваши духовные глаза. Знаете, когда подводная лодка поднимается, такая трубка, и ваши руки начинают фотографировать, что там на небесах происходит. Wow. Okay, gotta go. Так, хорошо, пошли вниз. And you thought you were free. Вы думали, что вы ненормальны? Pastor's probably saying, "Oh, I hope our church isn't too crazy for David." Пастор, наверное, сидел, думал, я надеюсь, что наша церковь не слишком ненормальная для Давида. Now maybe he's thinking, "I hope David's not too crazy for our church." Теперь он сидит и думает, надеюсь, что Давид не слишком ненормальный для нашей церкви. No, I'm joking. Это шутка. He's a good man. Он хороший человек. Humble man. Смиренный человек. You know how I know? Знаете, откуда я знаю? He told me he was humble. Он мне сказал, что он смиренный человек. Moses said, wrote about himself that he was the humblest man on the face of the earth. Моисей сам о себе написал, был самым смиренным человеком на лице земли. Maybe he was in a glory realm. Он, наверное, был в области там славы. He didn't realize what he was writing. Не понял, что рука там писала. But it was from the Lord. Но это была от Господа. Это Моисей же написал, как есть. Кому-то надо было написать. Есть четыре путя, как попасть в высшую славу. Кто из вас хочет попасть в высшую славу? Очень просто. Номер один. Praise and worship. Хвала поклонения. Praise and worship. Хвала и поклонение. Not worship and worship. Не поклонение, а поклонение. Or praise and praise. Или хвала. Praise and worship. Praise is the fast songs. Хвала это быстрые песни. Praise through songs. Это песни про dancing songs, like песни танцы, как то, что вы делаете. And you praise him. И вы хвалите его. Until you feel a breakthrough. Пока вы не почувствуете прорыв. And then you don't feel like dancing anymore. И потом вы уже не чувствуете, что хотите танцевать. Intimacy. Чувствуете, что вы хотите близости песни. That's worship. Это дух поклонения. So you praise him until the spirit of worship comes. Вы хвалите его до того момента, пока дух поклонения. And then you worship him until the и потом вы поклоняетесь ему до того момента, когда пока слава не стоит. Not the goosebumps, the glory. Не такая гусиная кожа, а слава. Есть разница. Sometimes if you worship too quickly, иногда, когда вы слишком быстро поклоняетесь, and you didn't get the breakthrough in the praise, и вы не пережили этот прорыв в хвале, the atmosphere is not ready. Атмосфера, она не готова. So I always tell my worship team, go back to praise. Поэтому я говорю своей команде поклонения, возвращаемся в хвалу. Maybe another praise song and then a praise. You know? Может быть, еще одна песня хвалы, и потом уже поменяется. Это такая очень чувствительная область. If you go to worship too quick, потому что если вы впрыгнете в поклонение слишком быстро, say, we're at the throne, и вы начнете петь, мы в ангелы вокруг. But you look around, everyone's sitting there. И вы смотрите вокруг, все такие сидят. There are no angels yet. Никаких ангелов. You're not at the throne yet. Вы еще до трона не дошли. Or maybe you are, but the people didn't follow. Может быть, вы дошли, а люди не успели добежать с вами. So you gotta, то есть вам нужно but also in your personal time. Также в вашем личном времени. When I get up in the morning, I praise him first. Я сначала хвалю его. Intensely. Интенсивно. And then I worship him. И потом я поклоняюсь. And there's a heavy glory. И потом такое тяжелое слово. And then I speak. И потом я говорю. Lord, I declare. Господь, я провозглашаю. Я не умоляю. I declare. Я провозглашаю. What he already told me. То, что он уже сказал. Prophecies over my life. Пророчество над моей жизнью. I say, please. Я говорю, пожалуйста. You promised me. Ты обещал мне. That's begging. Это He doesn't answer it. Он не отвечает. Because we're not beggars. Потому что мы не покупаем.
We're kings and priests. Но мы цари и священники. A king rules by decree. Потому что царь правит своими устами. Когда я понял это откровение, вся моя жизнь, все мое служение быстро поменялось. Я говорю, я прошу. Эта нация открыта. Австралия открыта. Азия будет. White House open up. Белый дом открывается. Все эти двери открываются. And I was walking in. И я вхожу в них. I don't declare what I want. Я не провозглашаю то, что я хочу. What God told me. Но я провозглашаю то, что Бог Jesus сказал. Said, I only do Иисус сказал, я делаю только то, что я вижу, делает мой Отец или говорит мой Отец. On earth as it is in heaven. На земле точно так же, как на небе. So why don't you go to heaven? Поэтому почему бы не пойти на небеса? How do you know how it is in heaven if you don't go? Откуда вы узнаете, как все на небесах, если вы туда не пойдете? Now I want to introduce my angels. Хочу представить вам своих ангелов. We got two of them that are 30-40 feet tall. У нас есть два ангела. Они такие очень высокие. One's here, one's here. Один здесь, один здесь. They're going through the roof. Они такие такой высоты, что через they travel крышу with us. Проходят. Они с нами путешествуют. I can feel it. And then there's healing angels. Потом у нас есть ангелы исцеления. Different angels. Revelation. Там откровения. So others that help people to come to salvation. Есть ангелы, которые помогают людям спастись. How do you want to activate your angels? Кто из вас хочет активизировать ваших ангелов? So much easier. Жизнь становится намного проще. A lot of times the angels are bored. Зачастую ангелам просто скучно. Because you're doing all the work. Потому что вы сами всю работу совершаете. Release your angels. Высвобождайте ваших ангелов. How do you want to do that? Кто из вас хочет высвободить своих ангелов? To take care of business. Чтобы они занимались вашими делами. Take care of problems. Чтобы они занимались вашими проблемами. Take care of things far away. Чтобы они занимались тем, что вам недоступно. And it's thinking, can you feel this? So praise and worship was number one. То есть номер один, хвала поклонение. Do it in your house. Делайте это в вашем доме. Number two. Номер два. And the order is just where they're all important. И порядок не имеет смысла, они все четыре. Fasting, there's a place for it. Fasting. Пост. 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 Fasting. Поститься. You just said two different words. Fasting. Okay. Пост and what? Поститься. Поститься. Пожужжь. Пост and поститься. Fasting is important. Пост важен. Not religiously. Не по-религиозно. But when you feel like, wow, I need to get a breakthrough. Но когда вы чувствуете, что вам нужно поститься, чтобы дойти до этого прорыва. That brings a breakthrough. Чтобы вы могли прорваться. There's maintenance prayer and breakthrough prayer. Есть простые молитвы, молитвы поддержки, и есть молитвы прорыва. How do you want a breakthrough? Кто из вас хочет прорыв? Go to the next level. Идите на другой уровень. The apostles, they fast and pray. Апостолы постились и молились. When they needed a very important time in their life. Когда у них было определенное время в их жизни. Jesus fasted. Иисус постился. He came out of the desert with the power of the Spirit. Когда он постился, он вышел из пустыни в силе Духа. He had the Holy Spirit, the baptism. Дух Святой на нем при крещении. But the power came after he fasted. Но сила сошла после поста. Many Christians have the Holy Spirit. У многих христиан есть Дух Святой. But not many Christians move in power. Но не многие живут в силе. Everyone say, I've got the power. Скажите, у меня есть сила. Say in English, I've got the power. Скажите на английском, I've got the power. Now say it. Скажите, I've got the power. I've got the power. Yeah. One more time. Еще раз. I've got the power. Sound like Michael Jackson. Вы как прям Майкл Джексон поете все. A Russian legend, Michael Jackson. Русская версия. So fasting, when you do it, something happens. Пост, когда вы делаете это, что-то происходит. It sensitizes your spirit, man. Это возбуждает вашего духовного человека. It senses that you get very sensitive. Вы становитесь чувствительным. Your discernment, your faith. Ваша вера, это как бы делает вас чувствительным. So how many want to do more fasting? Кто из вас хочет побольше попаститься? Even one meal, something. Даже если это просто не поужинать один раз. I'm so disciplined now, I fast in between my three meals every day. Знаете, я настолько дисциплинированный, я пощусь три раза в день между своим приемом пищи. And I do all night fasting. Целую ночь выдерживаю. Every night now while I sleep, I don't eat. Каждую ночь, когда я иду спать, я не ем. I do Esther fast while I sleep, no food or drink. Я также, у меня пост Есфири, я не ем, я не пью, а пока я сплю. I'm joking, obviously. Yeah, конечно же. There's a place. Number three. No, number three.
Holiness. Святость. It's probably as important. Она также важна. One person, two, three. Holiness. Святость. Repentance. Покаяние. Cleansing of the blood. Очищение кровью. The blood. Кровь. Is the access into the throne. Является доступом в тронную комнату, к трону, доступ к трону. Like a James Bond movie. Как в фильме James Bond. He tries to get into the White House. Зайти попасть в Белый дом. He needs the code. Но ему нужен код. The code is the blood. И этот код является кровью. The cross. Крест. Opens the way. Открывает нам путь. The veil was ripped when his blood shed. Потому что занавес была разорвана, когда его кровь. How many like to take a shower when you're dirty? Кому из вас нравится принимать душ, когда вы грязные? I mean, do it like once a month. Раз в месяц. Two times a year. Несколько раз в год. Maybe in the summer you do it twice a week. Может быть летом, ну дважды в неделю. No, every day. Нет, каждый день. So it's good to daily, Lord, cleanse with your blood. Это хорошо очищаться каждый день, говорит Господь, очисти меня. It keeps the glory open. Это делает эту славу открытой. How do you want to do that? That's not religious spirit. Это не религиозный дух. That's to say, Lord, I want to live right with you. Это ваше отношение. Вы говорите, Бог, я хочу жить в правильном положении с тобой. Legalism is different. Легализм отличается. Легализм это то, что говорит, ваши волосы должны быть такой длинные, вы должны себя так вести. Они беспокоятся о внешнем. But how many want to say, Lord, cleanse me every day? Но кто из вас хочет сказать, Господь, очищай меня каждый день? Maybe you get hurt by another Christian or angry. Oh, I forgive him, Lord. Может быть, вам кто-то причиняет боль, вы обижаетесь, и вы говорите, Господи, я прощаю. Не позволяйте солнцу опуститься перед тем, как он очистится. И это делает славу открытой для вас. I want to do that. Кто из вас хочет так жить? And number four. Номер четыре. Giving. Даяние. When you give a sacrifice, когда вы даете, приносите жертву, opens something of heaven. Что-то в небесах открывается. Acts 4. Деяние 4. Was awesome. Было здорово. How many want an Acts 4 glory? Кто из вас хочет славу из Деяния 4 главы? Who wants to go from Acts 2 to Acts 4? Кто из вас хочет перейти из Деяния 2 главы к Деянию 4 главе? I'm excited to. Я рад. Yes, I'm very excited. Да, я очень рад. Yeah. I'm very excited to go. Кто из вас рад переходу? Acts 4 is awesome. Деяние 4 отличное место. Say totally awesome. Это замечательное место. Скажите, это замечательное место из Писания. Now try English. Totally awesome. На английском попытайтесь сказать это. Totally awesome, dude. Totally awesome, dude. Are you good? It is. Да. So how do we get there? Как перейти от одного? I'm sure Acts 4. They pray. They fast and pray. They always worship. They repent of fear or deny Jesus, like Acts 2. В Деяниях 2 главе они каялись, то что они отвергли Иисуса, отреклись от него. But they did one more thing different. Но одна вещь они делали по-другому. I was reading it. Когда я читал это, I was a missionary in France. Я был миссионером во Франции. I said, Lord, я сказал, Господи, I want this. Я вот это хочу. I want my shadow to heal the sick. Я хочу, чтобы тень моя исцеляла. Thousands saved, not just hundreds. Я хочу, чтобы тысячи спасались, не сотни. You know, less than 1% Christian in France. Это 1% христиан. Lord, give me this greater glory. Господь, дай мне это большее. I'm seeing some good stuff. Мы видели хорошие результаты. So he said, read Acts 4. Мне сказал, почитай Деяния 4 главу. Я читаю. Shadow of the sick. Тени исцеляют. Signs and wonders. Чудеса и знамения. He says, do what they did. Он мне сказал, делай то, что они делали. So I thought, okay, I want me to fast. Хочешь, чтобы я попастился? Or repent of something. Or sing for 8 hours. Или там пел тебе 8 часов. No, read it. Но он говорит, нет. Reading it says they gave homes and land. Я читаю, там написано, что они продавали дома и земли. So what does that have to do? Я думаю, а как это вообще связано? Sacrifice. Он сказал, жертва. Opens door. Открывает славу. Like Cornelius. Как Корнелиус. He was the first in the New Testament. Первый в Новом Завете. Received salvation. Который принял спасение. And God came to him. Господь пришел к нему. He was a Roman. Он был римлянином. Cornelius. Cornelius. I came. Я пришел. Because of your prayers. Из-за твоих молитв. And your giving. И из-за твоего даяния. Opened something. Две вещи открыли что-то. When it's a sacrifice. Когда это жертва. So I was reading this. Поэтому я почитал. I said, Lord, what do you want me to do? Я сказал, Господь, что ты хочешь, чтобы я сделал? He said to me this. Он сказал следующее. Give me your car. Отдай мне свою машину.
car. Мою машину. I started binding the devil at that point. Тогда я уже начал связывать дьявола, когда я это услышал. He said, no, it's me. Он говорит, нет, это я. What? Я говорю, что? That's crazy. Это же ненормально. Why? Зачем? Because I'm testing you. Потому что я испытываю. If you can give a material blessing, I can give you the spiritual blessing. Если ты можешь отдать материальное благословение, я могу дать тебе духовное. Which one do you value more? Что вы цените больше? Wow. I said, but Lord, I prayed 3 years for a car. Я говорю, Господь, я 3 года молился за эту машину. But he said, do you trust me? Он сказал, доверяешь ли ты? And I was still blessing. That I will still bless you. Что я все равно благословлю тебя. I said, okay. Я говорю, хорошо. I better ask my wife. Спрошу свою жену. Make sure she's in agreement. И убежусь, что она согласна со мной. I was hoping she disagreed, that way you don't have to give it. Я надеялся, что она не согласится со мной, что нам не надо было ее отдавать. She came to me. Она приходит ко David, мне. David, God told me we should give our car away. И говорит мне, Дэвид, мне Бог сказал, чтобы мы машину отдали. Это здорово, когда ты... It was also prophetic. Когда ты женат на женщине Божьей, которая также пророк. На диете она все знает, что ты ешь, что ты там, все знает про тебя. So I go to church Sunday morning. Пришел в церковь в воскресенье с утра. I preach it. Проповедую. I'm hoping it's just a test. Я надеюсь, что это просто испытание. Like Isaac. Как Исаак. Okay, no. Нет, не убивай его. And the Lord said, in the service, nothing was moving. И во время служения ничего не происходит. It was my home church where I was attending. Это была моя домашняя церковь, в которую я пришел. So, Lord, where are you? Я говорю, Господь, ты где? He said, give the car, I'm not bringing my glory. Он говорит, отдай машину, а то слава не придет. It's like the Russian mafia. Это как русская мафия. Show me the money, then we talk. Покажи мне деньги, потом будем разговаривать. Because he was testing me. Потому что он испытывал меня. So I gave the car away. Отдал машину. People start crying. Люди начали плакать. Pastor was crying. Пастор начал плакать. People ran up. Люди бежать начали. They start giving like crazy. И начинают отдавать все подряд. French people. Французы. Big checks. Все. Because чеки. It was a spirit of worship and giving. Потому что это был дух поклонения Духа. Сверхъестественно. Many of them were even giving it in my pants. They were coming up. I said, "All right, get away." Некоторые там уже свои штаны собираются мне отдать. Я говорю, не раздевайтесь. And the Lord told me, "Don't stop this." Мне Господь сказал, не останавливайся. It's something new to you, but it's me. Это что-то новое для тебя. It's like Acts 4. Это как Деяния 4 глава. And I understood. И я понял. And the Lord said, "Now I can trust you." Господь сказал, теперь я могу доверять. And after this, после этого, my ministry exploded. Мое служение взорвалось. All over the world. По всему миру. And that church. И в той церкви. When they began to give. Когда они начали. Signs and wonders fell. Чудеса и знамения стали происходить. 5 minutes before is very serious. 5 минут до этого все очень серьезно. And the glory exploded. Потом слава взорвалась. Люди начали смеяться. Некоторые плакать. Many had gold dust. Некоторые покрывали золотом. Healings. I had to hitchhike to get right home. Мне пришлось машину ловить, чтобы домой доехать. But the Lord said, now I trust you. Но Господь сказал, теперь я доверяю тебе. And not only my ministry exploded. И не только мое служение взорвалось. A few months later, a car was given to me. Через несколько месяцев кто-то подарил мне машину. From Deutschland. Из Германии. Germans are good with cars. Знаете, у немцев хорошие машины. I know not everybody likes them, but the cars are good. Я знаю, что не все их любят, но машины у них хорошие. And then 3 months later, I went back again, another car. Через 3 месяца еще одна машина. So what's going on? Что происходит? He said, when you sow the glory. Он сказал, когда ты сеешь. Not only I trust you with the greater glory ministry. Я не только доверю тебе служением с большим количеством. But I also bless you with the material. Я также благословлю тебя материально. But I wasn't doing it to get more car. Но я ничего не делал для того, чтобы получить новую машину. Это все было поклонение. Кто из вас понимает? And when all those four together. Когда все эти 4 вещи соединяются вместе. Praise and worship. Хвала и поклонение. Holiness, Lord, cleanse me. Святость, Бог очистит меня. Пост и молитва. Giving, sacrificial. Даяние, жертвенность. It creates a move of God. Это создает в себе движение Божье. All those realms, explosion. Все это вместе производит. That's what you see in like Africa, South America, Indonesia. То, что мы видим в Индонезии, в Южной Африке. I've been to those places. Я во всех этих местах. These are the elements that are very passionate. И эти все элементы являются очень ключевыми.